Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус. Симптомы и тесты говорят, что у меня ковид. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в коммунарку. ПКТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях, пишет Федермессер в Фейсбуке. Она отметила, что главный врач коммунарки Денис Проценко организовал потрясающую службу.